Доброго вам воскресного дня, возлюбленные Господи, братья и сестры! На минувшей неделе Православная Церковь праздновала День Сретения Господне. Сретение означает встреча. По еврейскому законодательству в 40-й день младенец мужского пола должен был быть принесен в храм для посвящения Богу. Это же сделали и Пресвятая Дева со святым Иосифом Обручником. Они пришли в храм Иерусалима, и там произошло чудесное событие. Навстречу им вышел старец Симеон, который был мужем Божиим. Ему было обещано от Бога, что он не умрет, пока не увидит Мессию. И вот они там встретились. Отсюда выражение «встречи». Он взял младенца на руки и сказал, что теперь ты отпускаешь раба твоего, ибо я видел спасение, которое ты послал народу. Известная молитва «ныне отпущающая раба твоего, владыка». Там же была и Анна, пророчица, которая пророчествовала о Христе. Сретение, оно празднуется 40-й день после Рождества Христова. По словам Феофана Затворника, в сретении Господа окружают, с одной стороны, праведность, чающая спасение не в себе, Симеон, и строгая в посей молитвах жизнь, оживляемая верою Анна. С другой – чистота существенная, всесторонняя, непоколебимая, Дева Богоматерь. И смиренная, молчаливая покорность и преданность воле Божией Иосиф Обручник. Перенеси все эти духовные настроения в сердце свое, и встретишь Господа, непроносимого, а самого грядущего к тебе. Восприимешь его в объятия сердца, воспоешь песнь, которая пройдет небеса и возвеселит всех ангелов и святых. И в этот день мы спешим в храм, чтобы прославить Господа Бога.
Великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Павла, митрополита Минского и Сославского Патриаршего Экзарха всея Беларуси, и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Стефана, архиепископа Пинского и Лунинецкого, да поминет Господь Бог во Царствии Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царствии Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Я обращаюсь всем вам, чтобы и мы с вами, нашим близким и родственникам, напомнили, тем более скоро приближается Великий пост, о важности соединения с Богом в таинстве причащения. Ибо слово «причащение» происходит от слова «сопричаститься», да, «сопричастие», «стать причастным», «соединиться». Насколько нам это важно, и насколько это великая святыня. Мы часто об этом забываем. Может быть, даже поступаем совершенно неправильно, делая акцент на неких других, конечно, важных, нужных священнодействиях, забывая об этом великом даре причащения. Поэтому будем с вами помнить, и пусть этот праздник нам еще раз напомнит о важности соединения с Богом в таинстве причащения тела и крови Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Аминь. По давней церковной традиции в этот день освящаются особым чином церковные свечи. Свеча – это символ любви и горения Господи. Когда мы возжигаем свечу, а это настолько вошло в церковный обиход, что как бы мы даже тяжело представляем себе молитву, да, чтобы не прийти в храм, вот как эту свечку не поставить. Здесь есть духовный смысл, что мы возжигаем свечу, и как горит огонь свечи, так же мы напоминаем себе, что наше сердце должно гореть любовью и молитвой к Господу Богу. И мы присоединяем, да, вот, вместе с тем наши молитвы. Просим, чтобы Господь Бог принял нашу жертву скромную, чтобы Он исполнил наши смиренные просьбы, и чтобы Он освятил нас и Своей Божественной благодатью. Владыко Вседержителе, святый Отче всемогущий, привечный Боже, вся от небытия сотвори бы повелением Твоим, делепчельный миссию тварься решение свеж приведи. И нынешнее бодыне молния, моление правильного Симеона исполни бы. Молим Тебя смиренно, да сия свящи.
требования людям здравия души телес, приготованные на земле или на водах, призвание святейшего Твоего имени, и моление при благословении Марии Преснодевы, и ожидание праздник благодарина празднуется, молитвами же всех святых Твоих благословите, и осветите изволишь, и всех людей Твоих, желающих все честно носить их, и Тебе поющих славословите, и слыша глаз у Тебе все святаго Твоего, и от престола величества Твоего, будь и милости всем Тебе восклицающим, и же искупились и многоценные кроме Сына Твоего, если же благословились, пресвятым благим же отворяшим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Господу помолимся. Всемогущий, привычный Божий, нынешнего дня единородного Сына Твоего, Аравия, Сына Симеона, святитель Твоей нездоживый, Твои монотропии призываем, да сия свящи, я же воробей Твоей, величи имени Твоего воспринимаем, и носите желаем, благословите святите света небесного благословения, посмотрите сволище, и же нам Тебе, Господу Богу нашему, проносящему достойно святым огнем, любви Твоя сочащая жертва, и в церкви святей, славы Твоей, и сами сподобленным быть, яко весь Бог на себя славу ссылает во свою Сына Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Господу помолимся. Господи Иисусе Христе, свете истины, просвещайся от очереди века грядущего в мир, и зли благословения Твои просвещись я, и освети их света благодати Твоя, и зволи же милость Тебе, да я бы все светило в гневе и физично блаженно, душе и все прогоняем, так у сердца наших, и видимо во мне учились, следующийся дарит Бога по священности, по перечаю всех грехов избежав, да очищением души оком сия видите возможен, так как тебе суть благоугодна и нашему спасению благопотребна, о ежена, победившимся в мире темные двери, сподобитесь от света непрестанного достигнуть, як пищи спас на себе славу, ссылаем себе дышать от Твоим Отцем, присвятим многим же отворяшем Твоим Духом ныне и присно, и во веки веков. Господу помолимся. Всемогущий, привечный Боже, мы все Его работы, Его чистейшее создание и явление, светило принят сел Твоему, как готово тем подневы, благословение Твоего благодать, святых на все свящи и зли, да так и Иисус света, святых и Духу, я как мы и головами, света, цена, Духа, витая, Бога, мы всех наших, Господи наш, Иисус Христов, и мы же поднимаемся на славу, честь и поклонение, чтобы его все изучали, святых Духов, поедите Бога. Мир всем! Главы ваши, Господи, вы преклоните! Окропление вы все священные, во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Благословляется и освящается честь сия, благодатью Святаго Духа, Поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с прошедшим праздником Сретения, с воскресным днем, и желаю вам всесильной помощи от всемогущего Господа нашего Иисуса Христа.